Вы смотрите программу «Право слова». У микрофона в студии Олег Кусов. Сегодня мы беседуем с Виктором Григорьевичем Лошаком, вице-президентом Издательского дома «Коммерсант» и очень-очень известным журналистом как в России, так и на Украине, и, я думаю, что и на в СНГ. Виктор Григорьевич, у вас ваш журналистский стаж довольно-таки большой. По-моему, с 1969 года вы стали публиковаться, да, как профессиональный журналист. Ну да. Да, многое прошли. Скажите, пожалуйста, вот, наблюдая за сегодняшней журналистикой, какие у вас впечатления? Не создается ли у вас мнение, что журналистика потихоньку уходит в пиар? Вот как это появилась странная специализация, журналист-копирайтер, все время об этом читаешь. Копирайтер, который журналист, который пишет рекламные темы. Это разве может быть журналист таким? Ну, я бы, наверное, мы могли бы с вами посвятить отдельную большую передачу тому, как меняется профессия журналиста, атмосфера, в которой журналисты работают. Ну, прежде всего, конечно, изменение профессии журналиста неотделимо от изменения политической, информационной атмосферы. Я всегда говорю, что за тот очень короткий век, что я в журналистике, исторически это просто одно дыхание, мгновение, профессия журналиста повернулась на 180 градусов. Если я начинал работать журналистом, и нашей задачей было собрать всю возможную информацию и подать ее читателю, то сейчас наша задача радикально изменилась. Это задача защитить читателя от этого безумного вала информации, который на него падает, на голову, в глаза, уши и так далее, и так далее. Защитить, отобрать из этой информации то лучшее или то блюдо, которое ты ему хочешь приготовить. Ну, в данном случае это называется, там, предположим, блюдо журнала «Огонек» или газета «Коммерсант». Вот. И сделать его, ну, в кавычках, конечно, наркоманом, то есть наркозависимым от твоей информации. То есть его должно ломать, если он утром в понедельник не прочтет «Коммерсант» или утром в понедельник не прочтет журнал «Огонек». То есть ты делаешь его, как бы подсаживаешь на свое вот это блюдо информационное. Ну, это отдельная тема. Что касается самих журналистов, у меня всегда было, знаете, ощущение, что этот как бы пузырь этой профессии, он бесконечно раздулся, он должен лопнуть. Эта профессия должна как-то поделиться и называться по-другому. Потому что, ну, согласитесь со мной, журналист, который сегодня едет, ну, не скажу на войну, но в горячую точку. Вот мы, издательский дом «Коммерсант», посылаем сейчас целые бригады там, где идут эти перестрелки, там, скажем, Славянск, Донецк, Луганск, Краматорск. У нас там всюду работают фотокорреспонденты, пишущие люди. Вот этот человек, который работает сам практически, потому что, ну, редакция с ним только на связи, который работает сам в горячей точке, рискует. Этот человек. И девочка, которая приходит в 10 часов утра, включает компьютер, смотрит в компьютере, что происходит, потом компилирует какие-то новости из этого компьютера, и в компьютер же на другую страницу эти новости перегружает. Часы бьют 5, она выключает компьютер и идет домой, там, пить чай и так далее. Но это люди радикально разных профессий. Я не говорю, что эта девочка не нужна, что у нее плохая профессия. Просто это должно по-разному называться. Это журналистика, а это что-то другое. Мне нет названия для этой профессии. И можно найти еще массу-массу людей, которые, вот как вы приводите замечательный пример, которые занимаются рекламными текстами, их каким-то образом получают от рекламодателя справку, эту справку превращают в некий журналистский текст. Конечно, это третья профессия, тоже нужная на информационном рынке. Мы все, в принципе, занимаемся интертейментом. Мы, в принципе, занимаем, ну, что такое наша профессия? Развлекай, рекламируй. И еще у нашей профессии есть одно важнейшее качество, которое здесь у нас в России, особенно сейчас, к сожалению, забыто. В принципе, одна из задач современной журналистики – это превращать общественные протесты в общественные дискуссии. Там, где журналистика свободна, люди не обязательно должны выходить на улицы и убивать друг друга или там камнями бросаться в полицейских или поджигать их коктейлем Молотова. Может быть,
им достаточно того, что свободная пресса превращает их протест в дискуссию с властью, или с другими групповыми интересами и так далее. А там, где пресса не свободна, а мы сейчас, к сожалению, движемся немножко в эту сторону, вот эта задача журналистика не выполняется. Тогда люди выходят на улицу, дерутся в парламенте, поджигают полицейских и так далее, и так далее. Извините за некоторую сбивчивость, но я абсолютно вас поддерживаю в том смысле, что за последние годы, отдельная тема – это интернет, конечно, огромная отдельная тема, социальная журналистика, профессия журналиста просто превратилась в несколько самых разных профессий. Даже более того, как вот выпускник факультета военной журналистики, такого бывшего Львовского училища, я вам скажу, что нас не учили работать в условиях межнациональных конфликтов. И когда мы приезжали к нашей горячей точке на территории СНГ, мы понимали, что то знание, которое мы давали в военном советском вузе, они совершенно отличались от того, что мы... Да, и вот эти горячие точки, они воспитывали какой-то свой пул журналистов, да, который мы сейчас видим у вас прекрасные из примера в вашем детском доме, и в «Коммерсанте», и в «Огоньке», и в журналах. А вот то, что касается свободной журналистики, вот знаете, есть такое мнение, что нет абсолютно свободного издания, абсолютно свободного даже внутри журналиста, а есть издания, СМИ, которые обслуживают интересы разных олигархов, разных классных структур, а вместе получается картина свободного обсуждения тем. Вот эта схема приемлема, вообще-то, или она немножко тоже такая искусственная? Во-первых, я считаю, что есть внутренние люди, могут быть очень свободными, и это всегда видно в их работе, я имею в виду журналистов. Как ни странно, когда читатель, потребитель информации понимает, что он имеет дело со свободным средством массовой информации, эта категория становится чисто бизнес-категорией. Потому что свободная пресса, свободное мнение лучше продается, значит, больше тираж, значит, реклама и так далее, и так далее. Конечно, это идеализм насчет полной свободы. Я когда-то, будучи главным редактором «Московских новостей» еще, провел день с владельцем «Нью-Йорк Таймс». Как вы знаете, «Нью-Йорк Таймс» владеет семья уже очень многие годы, больше столетия владеет семья Сульцбергер. И всегда представитель этой семьи стоит во главе рабочего органа корпорации. Они очень интересно, кстати, готовят этого человека. Этот человек сначала проходит все стадии работы в «Нью-Йорк Таймс». Он работает в рекламном агентстве, он работает репортером, он работает редактором газеты или заместителем редактора газеты. И потом только становится во главе всего конгломерата. Так вот, я провел день с Артуром Сульцбергером, и меня тоже волновал этот же вопрос. Вот насколько вот уровень... Я понимал, что 100%, но насколько уровень свободы? И он сказал совершенно... Он говорит, конечно, «Нью-Йорк Таймс» одна на рынке, одна из самых свободных газет, одна из самых, на мой взгляд, самая качественная газета в мире. Но он говорит, конечно же, нельзя быть свободным от своего владельца, от своего издателя и от крупнейших рекламодателей. То есть каким-то образом всегда, даже самым маленьким, ты всегда учитываешь все-таки их интересы. Поэтому вопрос не о полной свободе или полной несвободе, вопрос о степени свободы. Вот я считаю, что этот вопрос уместен.